Доброе утро, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Пишите, пожалуйста, если меня видно и слышно, из какого вы города, для того, чтобы мы проверили связь, понимали, что мы можем начать сегодняшнюю нашу, как мне кажется, очень интересную встречу. Так, вижу у нас постоянные участники присоединяются, и видно и слышно в Липецке, отлично. Калужская область с нами, Вероника Юрова пишет, отлично. Так, коллеги, остальные не стесняйтесь. Ижевск тоже с нами. Очень хорошо. Так, пока. Так, Нижегородская область, Арзамас, Амурская область, Ярославль, Тюмень, Солнечногорск, Красноярск. Видим и слышим, отлично. Тольятти. Ну, я думаю, сейчас еще пару человек напишет, и мы, собственно говоря, начнем. Так, потому что всегда бывает раз-раз, а у кого-нибудь одного и не видно, и не слышно. Все очень плохо. Так, пока что... Так, вот Пермь. Сегодня мы поговорим о современных тенденциях преподавания английского языка в общеобразовательной школе. Тема эта достаточно интересная, я постарался подобрать такой, скажем так, актуальный материал, возможно, опять-таки, это мое мнение, может быть, что-то можно было добавить или вообще предложить другое, но, как мне кажется, именно те вопросы, которые мы сегодня обсудим, самые, что ни на есть, актуальные, потому что именно об этом пишут. Ну, как понять, на мой взгляд, что есть популярное в образовании, что нет? Чаще всего пишут как раз об этих вопросах в средствах массовой информации, причем не только в профилированных именно о преподавании, воспитании и так далее, но и в, скажем так, СМИ, которые освещают более широкий круг вопросов, там, от политики до каких-то частных случаев. Поэтому давайте обо всем по порядку мы с вами и поговорим. Итак, проблемный вопрос современного образования, как опять-таки мне видится и кажется. Обучение, опять-таки, здесь список не во-первых, во-вторых, третьих, а здесь просто список, то есть тут можно что-то ставить на первое место, что-то на последнее. Этот вопрос, что называется, тоже открытый. Обучение пассивных и гиперактивных учащихся. Инклюзивное образование и работа с учащимися с УВЗ, вопросы буллинга в школе, домашние задания и их объем, мотивация учащихся, профориентационная работа и подготовка учащихся к успешному построению профессиональной карьеры. Это тот вопрос, который очень интересно так освещается. С одной стороны, в школе мы все время об этом говорим, а с другой стороны, никаким реальным действием чаще всего это не приводит. И об этом потом часто говорят СМИ, то есть когда говорят, что школа не дает там возможности выбора профессии, не помогает в этом вопросе, что каждый там второй, третий неправильно выбрал профессию и, соответственно, не по тому профилю пошел в ВУЗ и так далее, и так далее. Использование смартфонов и планшетов на уроке и правильные способы общения с родителями, регламент такого общения и так далее. Часть вот тех вопросов, которые я сейчас озвучил, мы сегодня разберем. Часть мы разберем, скажем так, вот прямо сейчас в достаточно коротком варианте. И о способах общения с родителями, как его построить правильно, мы поговорим на вебинаре уже в августе. Такая тема мной уже запланирована. Потому что это целая отдельная тема. Давайте сейчас пройдемся сразу по списку того, о чем сегодня дальше в презентации, к сожалению, поскольку мы ограничены временем, говорится не будет. Буллинг в школе. Очень много на эту тему есть статей, очень много статей и выходит. Я только на днях читал статью, вот свежую, о том, как, собственно говоря, эта работа по предотвращению этого буллинга в школе ведется со стороны родителей. Да, когда мама одного ребенка пишет, что классный руководитель всячески отстранился от данной проблемы, и ей пришлось уже самой и что называется, и писать жалобы, и привлекать
детскую комнату милиции, потому что там вопрос очень серьезный был. В общем, и все в таком духе. Поэтому, конечно же, от этого вопроса нам с вами отстраняться нельзя. И тут самый главный совет – это все-таки быть ближе к своим учащимся, видеть их проблемы, не абстрагироваться от этого. Потому что, как все мы знаем, уже в мировой практике все это может привести к очень печальным последствиям. Домашние задания и их объем. Тоже очень интересная история, поскольку, как мы знаем, в ряде стран, например, в Финляндии, домашних заданий не задается. И, собственно говоря, по результатам ряда международных исследований, например, ПИЗа, никаких проблем сейчас с образованием у учащихся в Финляндии нет, и наоборот, причем во многих вопросах они идут впереди планеты всей. Да, у нас очень много обсуждается этот вопрос, потому что, с одной стороны, у нас есть санпины, по которым мы должны ограничивать все вместе учителя домашние задания до такого, что в начальной школе у нас там дается 20-30, по-моему, минут. К старшей школе, ну, учащимся отводится на домашнее задание 1,5-2 часа, но среднестатистический учащийся не укладывается, конечно же, в это время, и поэтому домашние задания отнимают достаточно много времени. Поэтому, конечно же, это тоже тот вопрос, который стоит перед нами, будет стоять остро. Но почему я его, так скажем, не освещаю в этой презентации? Потому что он во многом зависит не только от нас, но и от того, что нам будет предлагать Министерство теперь уже просвещения. Значит, мотивация учащихся мы сегодня о ней поговорим, про профориентационную работу поговорим. Использование смартфонов и планшетов на уроке тоже тот вопрос, который, в принципе, должен решаться намного выше. Надеюсь, что в итоге это решение будет. Хочу сказать, что буквально вчера во Франции парламентарии, значит, да, вот хороший вопрос. Вообще, вопросы задавайте смело, я с удовольствием на них буду отвечать. Будет ли доступно видеозаписи спикера после вебинара? Да, будет доступно. Мы его в течение недели, максимум полутора, выложим на englishteachers.ru, как и презентацию, и вы все сможете получить. В общем, про использование смартфонов и планшетов. Во Франции парламентарии на таком высоком уровне приняли закон, по которому использование смартфонов и планшетов на уроке запрещено, кроме тех случаев, когда руководство школы и учитель посчитает, что это необходимо для образовательного процесса. Да, то есть я считаю, что это такой уже шаг вперед, шаг в будущее, и, собственно говоря, такой бы закон и нам бы, я думаю, не повредил. Вот, поэтому будем ждать, что наши коллеги-парламентарии посмотрят на такой хороший и правильный опыт зарубежных коллег. Так, ну про правильный способ общения мы уже проговорили. Ну что же, давайте пойдем дальше. Все, что я вот не проговорил сейчас достаточно кратко, мы с вами разберем. Какие еще тенденции вы можете выделить? Все ли из вышеперечисленных тенденций относятся к обучению английскому иностранным языкам? Итак, буду очень рад, если вы присоединитесь к этим вопросам, дадите свои комментарии. Ответы, какие еще тенденции можно выделить современные? Все ли из вышеперечисленных тенденций относятся к обучению английскому иностранным языкам? Вот очень интересно, что вы думаете, как вы думаете, может быть, какой-то еще вопрос стоит также хотя бы кратко осветить. Возможно, что-то, на ваш взгляд, не относится к обучению иностранным языкам, английскому языку, и поэтому вообще, может быть, и зря это было дано в списке. Итак, буду очень рад вашим комментариям. Не стесняйтесь, пишите, давайте обсудим это вместе. Я, конечно, понимаю, что еще лето, еще порядка 25, а у кого-то чуть меньше, у кого-то чуть больше дней отпуск у вас впереди. Но, скажем так, все-таки сделаем такую небольшую встряску, пообщаемся. Потом в августе у нас запланировано много вебинаров, и там мы, скажем так,
больше будем слушать, ну и под конец августа уже полностью включаться в работу. Так. Коллеги, пишите, не стесняйтесь. Какие еще тенденции можно выделить? Возможно, у нас какой-то вот такой вопрос, вот наболевший, который чувствуется, что в нем еще до конца не разобрались. Так, наполняемость групп. Ага, обязательный экзамен для учащихся. Да, согласен. Подготовка учеников к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ВПР – это, скажем так, не современная тенденция, это данность, которая у нас с вами есть. Собственно говоря, мы очень много лет с этим работаем. Не соглашусь, хотя, возможно, я и не прав. Количество часов в неделю, да. Скажу, почему не включил, потому что этот вопрос, к сожалению, решаем не мы. Обязательный экзамен для учащихся также решаем не мы, но если его введут, то этот вопрос будет крайне актуальный просто до бесконечности. Про наполняемость групп. Да, я знаю, что этот вопрос всегда актуален. С удовольствием еще раз проведу вебинар о том, как работать с большими группами. Да, действительно, такая тенденция у нас с вами есть. Вот. Использование интернет-ресурсов в процессе преподавания иностранного языка. Я международные экзамены. Ага, международные экзамены и их актуальность. Да, тоже очень хороший вопрос, потому что очень во многих местах спрашивают международные экзамены, почему-то считают, что это панацея. Действительно, да, такой вопрос есть, но я думаю, что это надо уже освещать отдельным вебинаром. Возможно, кстати, даже и соединив эти два вопроса, которые писала Светлана. Хорошо. Но я чувствую, никто не против того, что все это относится к иностранным языкам, поскольку действительно это относится. Тот же самый буллинг в школе и профориентационная работа – это все то, чем мы можем заниматься на уроке, о чем мы можем говорить. У нас предмет такой, который позволяет делать очень многое, в классе очень многие вопросы обсуждать и, собственно говоря, в какой-то степени их прорабатывать. Ну что ж, давайте начнем не по тому порядку, как было написано там, просто постепенно обсуждать те вопросы, которые были мною озвучены и, собственно говоря, которые мы постараемся хотя бы достаточно кратко, но разобрать. Итак, инклюзивное образование, да, и работа с учащимися с ОЗ. Давайте кратко разберем этот вопрос. Целью инклюзивного образования является преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОЗ к общему образованию, введение в его в культуру, приобщение к жизни в социуме. Да, то есть действительно это сейчас все идет к тому, что большинство учащихся с ОЗ должны учиться в общеобразовательных школах, собственно говоря, учатся. И поэтому, конечно же, для нас этот вопрос важный, потому что учащихся ОЗ все разные, плюс у нас есть и остальная часть класса. Поэтому как с ними работать, мы должны, конечно же, знать. Принципы инклюзивного образования. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение, на то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Да, эти принципы, они, собственно говоря, не на пустом месте возникли. Я когда говорил про инклюзивное образование на вебинаре, собственно говоря, говорил подробно о том, сколько было проведено на эту тему международных конференций, форумов и принято резолюции, вплоть до резолюции ООН. И среди вот этих вот всех пунктов, да, чтобы долго на это не отвлекаться, хочу сказать, что очень важен последний пункт. То есть для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут делать. Это такая еще одна проблема нашего образования, когда мы стараемся отметить в первую очередь ошибки учащихся, нежели их достижения. Поэтому, конечно же, вот на это стоит обратить особое внимание. Принципы инклюзивного образования – это разнообразие усиливает все стороны жизни человека,
Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности. И это тоже действительно так, потому что я в свое время, какое-то время работал в институте для студентов с УВЗ и инвалидов. И, собственно говоря, видел, когда студенты даже с очень серьезными нарушениями ДЦП, например, пишут совершенно замечательные картины. То есть, конечно же, у каждого есть свои способности, свои возможности, их нужно раскрывать. Необходимо разрабатывать систему образования и выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей. Это не просто так современная тенденция, мы, скажем так, идем по этому пути. Мы с вами, как есть такое выражение, люди на земле, решаем эти проблемы уже в классе, выше на уровне министерства. Я надеюсь, что постепенно будут создаваться полноценные программы и утверждаться эти программы. Сейчас многие из них носят только проектный характер и не раскрывают, скажем так, весь этот вопрос полностью. Но надеемся, что в ближайшем будущем все сдвинется это с мертвой точки. Значит, возможность инклюзивного образования. Она дает возможности всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни коллектива, детского сада, школы, института. Обладает ресурсами, направленными на стимуляцию равноправия обучающихся и их участие во всех аспектах жизни коллектива. Направлен на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения. Развивает чувство толерантности. Потому что толерантность – это не только понятие, которое относится к национальным вопросам, это еще и то, что относится вообще к толерантному отношению ко всему, что происходит вокруг, к каждому. Собственно говоря, это хороший опыт и для остальных учащихся, вот это взаимодействие с каждым, взаимодействие даже с учащимся с ОВЗ. Какие проблемы могут возникать у детей с ограниченными возможностями здоровья? Во-первых, это ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире к началу школьного обучения. То есть, когда, допустим, родители не физически и практически не могли так много уделять внимания их образованию, да, их развитию, и, собственно говоря, мы вот получили то, что получили. Недостатки в развитии моторики, низкая познавательная активность, у ряда из них она наблюдается, сложности в развитии речи, проявляющиеся по-разному, замедленное восприятие вообще всего, недостатки в развитии личности, характеризующиеся повышенной зависимостью от окружающих, неадекватной оценкой окружающих, самооценкой, эгоистическими тенденциями. Такое, к сожалению, тоже может быть, это чаще всего идет от родителей. Недостатками в регуляции и саморегуляции поведения, чувством неполноценности. Да, могут быть какие-то одни проблемы, могут быть другие, но в той или иной степени это у учащихся УЗ наблюдается. Теперь давайте кратко попробуем посмотреть на, скажем так, по основным самым группам учащихся с УЗ и что мы им можем предложить. А потом, собственно, пойдем к другим вопросам, описанным мной в самом первом слайде этой презентации. Глухие и слабослышащие дети, им необходимо давать инструкции в картинках, текстах, жестами, разыгрывать действия для выполнения задания учителя и другие ученики. А посадить, собственно говоря, таких учеников впереди так, чтобы он мог хорошо видеть учителя и доску, а если он еще хоть немножко слышит, чтобы, соответственно, и слышать. Давать больше времени на ответ. Развивать другие способы восприятия, например, мультисенсорный подход. Использовать визуальные опоры, например, помогут различные карточки, которые есть и в алфавитных карточках у нас, в стихах и загадках, в курсе 12 шагов к английскому языку. Это может быть cut-out section, например, в happyenglish.ru. Здесь же будут помогать таблицы, схемы, графики и вообще различные иллюстрации, то есть опора идет на визуальный ряд. Очень нам помогут, собственно говоря, та особенность учебников, которая есть и в happyenglish.ru, и в millenniumenglish,
Это то, что у нас очень много есть иллюстраций, которые действительно не просто так находятся, а помогают понять, о чем идет речь. Вот в данном случае предлагается сделать проект в Миле для третьего класса. Называется он Our Class Album. И нам дается пример того, как, собственно говоря, создается такой альбом. Соответственно, у таких учащихся будет возможность посмотреть, что же от него в целом хотят, что же от него требуется, и, соответственно, в дальнейшем ему будет намного проще. Опора на картинки, например, в New Millennium English для 6 класса, и, в принципе, в ряде учебников мы можем видеть вот эту форму взаимодействия как в формате комикса. В данном случае она просто будет нас очень сильно выручать, потому что, опять-таки, учащиеся могут в целом определить, что же происходит, что же от них требуется и, собственно говоря, что им необходимо делать. Опора на бланки, как, например, happyenglish.ru для 5 класса. В данном случае речь идет о рабочей тетради, да, где нам даются бланки для того, чтобы сделать проекты. Проекты в данном случае мы видим два. Это как раз из Cutout Section, Starter Hobby Club и проект My Hometown City Village. Конечно же, с такими бланками им намного проще. Вот Нина Алексеевна тоже согласна, что визуальная опора очень эффективна. И действительно, это поможет в работе с данной группой учащихся. Использование графических способов предоставления информации, например, как в REDAP мы можем встретить в тот момент, когда мы изучаем времена года, вот такие визуальные образцы для запоминания лексики. Мультисенсорный подход, который применяется у нас очень активно в учебниках Мили, когда нам нужно поиграть в игру Passwords, и, собственно говоря, учащийся сзади рисует на спине нужную букву, а учащийся, который стоит у доски, должен, собственно говоря, ее изобразить на доске. А слабовидящие дети. Тексты учебников должны быть записаны в аудиоприложении. Это очень активно используется в happyenglish.ru, так чтобы ученики могли слушать наушников во время работы с текстами и, собственно говоря, вести уже опору на аудирование больше, чем на, собственно говоря, на визуальный ряд или, например, на письмо, потому что слабовидящим писать намного сложнее. Использовать белые мелки на доске и жирные линии, проговаривать то, что пишется на доске. С этим, конечно, есть большая проблема, потому что современный мел не каждый пишет очень хорошо, и доски современные тоже как-то есть такие, на которых плохо пишется. Видимо, это еще да, такая наша с вами современная проблема. А сажать таких учащихся ближе, для того, чтобы они все-таки могли видеть, те, кто могут видеть, что происходит. Ну и лучше, соответственно, слышать. Давать четкие устные инструкции. То есть такие инструкции должны быть короткие, потому что мы не можем дать визуальную опору, и им нужно фактически на слух запомнить, что же вы от них хотите, и, собственно говоря, дальше с этим работать. Поэтому, если инструкции длинные, то их надо сокращать, их надо давать в более таком кратком и понятном объеме. Не используйте в инструкциях, требующие зрительной деятельности, слова и выражения, как over there, like this one и так далее. Назначить для таких учеников помощников из одноклассников, возможно, по принципу дежурства, для того, чтобы они могли пояснить, если у учащихся подобного рода возникают какие-то вопросы, чтобы это была, что называется, нормальная постоянная практика, и им не требовалось все равно сидеть тихо, даже если они ничего не поняли. Помогут нам песни, например, happyenglish.ru. Для 4 класса мы можем встретить песню. У нас есть отдельный сборник песен Songs and Poems for School, Songs and Poems for Junior School. Это песни с happyenglish.ru. К этим песням у нас с вами есть и ряд интересных упражнений. То есть дается такая опора, с которой учащиеся слабовидящие могут совершенно спокойно работать, потому что песню они могут прослушать энное количество раз. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Им нужен легкий доступ ко всем частям класса.
использовать демонстрационный стол, плакаты или интерактивные плакаты, поощрять учеников максимально участвовать в выполнении всех заданий, организовать также дежурство помощников, фокусировать внимание на интеллектуальном вкладе в работу, например, решение проблем, сбор и организация информации, и так, чтобы успех не зависел от выполнения физических действий. Помогать ученикам бороться с разочарованием от того, что они не могут выполнять все задания на одинаковом уровне с детьми без ОВЗ. Да, то есть в данном случае у нас проблемы только со всем тем, где требуются какие-то физические действия, причем достаточно активные. Соответственно, да, нам нужны помощники. Опять-таки мы должны учесть, что чаще всего на уроках английского языка нам даются небольшие кабинеты, и, соответственно, если что-то будет мешать проезду коляски, это будет проблема. Опять-таки будет проблема, например, если нам для того, чтобы посадить такого учащегося, придется слишком сильно что-то менять в классе, если, допустим, это будет какая-то отдельно стоящая парта, это тоже будет вызывать дополнительные комплексы, поэтому надо максимально сделать так, чтобы это была комфортная и в то же время не нарочито выделенная среда. Очень помогут нам интерактивные плакаты. Они у нас и работают и с компьютера, и в то же время, если есть интерактивная доска, то и на интерактивной доске всегда есть возможность, собственно говоря, показать свои таланты учащимся с УВЗ, даже несмотря на то, что он физически не может дотянуться или она там, до верхней части доски. Ученики с проблемами в эмоциональной сфере, и так мы плавно перейдем, собственно говоря, к гиперактивным и пассивным учащимся. Создавайте комфортную ситуацию в классе, в том числе ситуацию успеха. Наделяйте учеников ответственностью, например, за подготовку проекта, уход за цветами и так далее. Обязательно хвалите за старания, давайте ученикам возможность выбирать упражнения для самостоятельной работы. Предлагайте поделиться итогами такой работы с одноклассниками. Организуйте пары или микрогруппы с учениками с положительным поведением. Обсудите правила поведения в классе и часто напоминайте о них. Начинайте урок знакомства с тем, что дети будут делать на уроке. Таким ученикам нужна четкая структура. Сажайте таких учеников подальше от всего, что может их отвлечь. Слишком разговорчивый одноклассник, плакат, шкаф с игрушками и так далее. Используйте короткие и быстрые упражнения. Сразу по выполнению объявляйте результаты, не забывайте хвалить учеников. На самом деле эти советы очень хорошо работают. У меня была коллега, учитель математики, которая очень много работала с классами, где были проблемы с эмоциональной сферой учащихся. Она выписывала те упражнения, которые будут проходить сегодня, говорила, что они будут проходить, и если выполняли все упражнения, то они начинали выполнять, допустим, какое-то упражнение домашнее. И, собственно говоря, это был хороший стимул для того, чтобы учащиеся старались и работали максимально эффективно. Поскольку чаще всего ученики с проблемами в эмоциональной сфере не очень любят математику, но ее уроки воспринимались учащимися достаточно хорошо и позитивно. Например, поможет нам в New Millennium English проект, где мы пишем Our Class Constitution. Собственно говоря, такой проект мы можем внести в работу по любому учебнику, в любом классе. И, собственно говоря, выработать такие правила, допустим, повесить их в классе. И, собственно говоря, всегда придерживаться их, напоминать о них и говорить о том, что мы сами вместе приняли такие условия нашей работы и взаимодействия. И так плавно мы доходим до пассивных и гиперактивных учащихся. Начнем с пассивных и потом перейдем к гиперактивным. Какие вообще бывают виды пассивности? И, собственно говоря, сейчас мы поговорим о том, что еще часто мы и гиперактивных, и пассивных учащихся можем перепутать просто с учащимися, которые, скажем так, являются холериками, например. Поэтому давайте обо всем говорить вот этом как раз более подробно. Итак, какие бывают виды пассивности? Операционально-техническая и интеллектуальная пассивность, в основе которой лежат пробелы в знаниях, неумение применять их на новом материале, отсутствие умений и навыков организации учебной работы, неумение усвоить условия задачи, поставить нужные вопросы, работать с учебником, отсутствие привычки самостоятельно выполнения задания,
Мотивационные вообще, кстати, это тоже одна из тенденций работы над мотивацией, потому что, например, сколько я читал, допустим, когда наши соотечественники переезжают жить в Чехию, обычно первым делом их у детей возникает очень много, скажем так, проблем и разговоров о том, как же так, каникулы будут сокращены аж на целый месяц, да, то есть они не 3 месяца, а 2 месяца отдыхают. Это же все ужасно, это же просто кошмар. Потом, поучившись, дети наоборот говорят о том, что какой ужас целых 2 месяца не ходить в школу. Там же интересно, там им нравится. То есть, каким-то образом, скажем так, чешские программы и наши с вами коллеги из Чехии добились того, что учащиеся замотивированы ходить в школу. Они мотивированы на учебу, им все нравится, им это интересно. У нас вот, скажем так, с этим есть ряд трудностей. Итак, мотивационная интеллектуальная пассивность, для которой характерный выбор преимущественно легких путей достижения цели, незаинтересованность в работе, стремление получить быстрый результат без достаточного осмысливания и дискомфорта. Дискомфортное эмоциональное состояние ситуации интеллектуального напряжения. Да, очень часто под это описание мы можем вспомнить сразу 10-20 своих учащихся. А, собственно говоря, это тоже, да, пассивность и есть с этим проблема. Частичная или избирательная интеллектуальная пассивность. Представители этой группы интеллектуально пассивны только в отдельных видах работы или в отношении некоторых учебных дисциплин. То есть, допустим, не нравится математика, не нравится химия, но при этом очень нравятся гуманитарные науки, там он будет проявлять себя, получать хорошие оценки, а при этом на математике и химии он будет совершенно скучать и грустить, и наоборот. Общая интеллектуальная пассивность, то есть представители этой группы не проявляют обычной любознательности, они не желают получать новые знания, избегают умственного напряжения, при этом проявление интеллектуальной пассивности выступают в разных учебных и неучебных ситуациях и даже в игре. К сожалению, каждый может вспомнить и таких учащихся, которые вообще как в какой-то степени, знаете, как предмет мебели, как комнатные растения, просто отсиживают в кабинете, плавно переползают в другой кабинет. А, к сожалению, это есть и иногда присутствует. А, характерными чертами будут слабость мотивации учения, интеллектуальное иждивенчество, то есть когда постоянно есть потребность у учащихся что-то у кого-то списать, нежели подумать самостоятельно. Выбор легких и простых заданий. Большая утомляемость и переживание дискомфорта при умственном напряжении. Несформированность познавательных интересов. Повышенная реакция на новизну, да, допустим, когда они очень бурно реагируют на какой-то новый материал. Неоригинальность, шаблонность воображения. Причина пассивности. Во-первых, это недостаток эмоциональной поддержки со стороны родителей. То есть, конечно же, когда дети маленькие, все идет с этого возраста. Им очень важно, чтобы родители их хвалили, чтобы они их поддерживали, чтобы они, собственно говоря, оценивали их какие-то достижения и результаты. Да, это вот такая тоже, я бы сказал, тенденция современной педагогики, к сожалению, нас не учат быть родителями, хотя многим бы это очень сильно пригодилось. А недостаток внимания со стороны учителей, да, допустим, когда начиная там, с первого класса, с начальной школы, также учителя не отмечают какие-то их успехи, не предлагают им прочитать какие-то интересные книги, собственно говоря, не подбирают такую литературу, и, собственно говоря, тогда все это усугубляется. Не знают, что им интересно, потому что не знакомы с широким кругом того, что лежит вокруг них. Также, опять-таки, это наша с вами общая такая проблема. Мы не даем такого широкого кругозора. Например, коль мы с вами назвались учителями, мы должны разбираться в современных тенденциях музыки, в новых книгах для подростков, которые выпускаются, и, собственно говоря, давать какие-то свои рецензии. Да, а не, как это часто происходит, говорить, вот Beatles, это очень круто, а там гречка или монеточка, которая сейчас очень популярна, это совершенно ни о чем, и звать это никак.
Да, я, честно говоря, ради интереса послушал в данном случае гречку и нашел, что, ну, конечно же, там ничего гениального нет, сразу могу вам сказать, но очень многое по манере, потому посему взято у нескольких групп, которые раньше были очень популярны. Это включая кино с Цоем и Бубокс, вот лет 10 назад такие ребята были. Вот на группу «Пятница». То есть можно это обсудить. Если вы такие вещи обсудите с учащимися, то, соответственно, они будут с большим интересом относиться к тому, что вы им хотите рассказать, потому что вы уважаете их интересы. Поэтому тут, что называется, нужно сделать себе такой пунктик и познакомиться с тем, что интересно им. Ну, допустим, я вот люблю музыку, соответственно, в этой сфере. Кто-то любит там, я не знаю, футбол, спортивные какие-то виды спорта, соответственно, знакомиться с теми вещами, которые стоят на стыке интересов их и их учащихся. А как следствие, по итогам, учащийся перестает проявлять инициативу. И вот это самое ужасное. Это вот то, что потом нам очень сложно перебить, изменить, потому что мы, наоборот, стремимся к тому, чтобы у учащихся была инициатива. Условия для повышения мотивации. Необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, постоянно снижать тревожность детей. Да, мы уже постепенно должны уйти полностью от той позиции, как раньше была. И, к сожалению, родителям до сих пор и родителям, и части администрации проецируется правильный образ учителя, когда в классе стоит абсолютная тишина, и учитель, либо тот ученик, который стоит у доски, что-то говорит. Нет, это все ужасно, это все должно уйти в прошлое, потому что сейчас это не работает. Причем в интернете хорошее такое визуальное описание я встретил в одной статье, да, что не только когда учитель, собственно говоря, вот такую тишину поддерживает в классе и вещает, но еще ученики сидят и пытаются раскрыть веки своими пальцами. Значит, исключая, соответственно, упреки, выговор, иронию, насмешку и угрозы, стремясь исключить страх у школьника перед риском ошибиться, а это очень частый страх, который возникает у наших школьников, забыть смутиться или неверно ответить. Знаете, чем увлекаются ваши учащиеся, как я это говорил, это хороший инструмент для работы. Если они ничем не увлечены, значит, увлеките их. Дружественное соперничество еще никогда не было лишним. То есть дискуссии, дебаты, малые группы сотрудничества и так далее. Но опять-таки нужно, чтобы все эти обсуждения были по актуальным, интересным им темам, либо близким к их интересным темам. Научите учащихся быть критичными к тому, что они сделали, задавать себе вопросы. Тут можно показать, наверное, на своем примере, показать, что же происходит. Приносите на урок свое хорошее настроение и оптимизм, они передадут учащимся и помогут сформировать у них мотивацию на успех. Вообще, вот по последним двум пунктам, я это очень хорошо проверял в своей практике, поскольку работал достаточно долгое время сложным учащимся, вообще в сложной школе. И у меня был шестой класс, который категорически срывал все уроки. Просто вот что ни делаешь, уроки они максимально стараются сорвать. В какой-то день я прихожу в класс, и они, собственно говоря, начинают уже срывать урок. Стандартная схема. Я делаю, знаете, такое-то совершенно ход конем и говорю им: слушайте, дорогие мои коллеги, я потратил вечер, порядка 2 часов писал конспект к вашему сегодняшнему уроку. Я, как мне кажется, приготовил что-то интересное. Давайте сделаем так. Сорвать урок вы всегда успеете, но проявите уважение, как я проявляю уважение к вашим домашним заданиям, и хотя бы немножко послушайте, давайте попробуем узнать, что сегодня, собственно говоря, мною было задумано. Урок я, соответственно, подготовил интересный, и это сдвинуло нас с мертвой точки. Точно, также про хорошее настроение. Если у вас очень хорошее настроение, никогда не будет лишним сказать: ребята, у меня сегодня такое замечательное настроение, давайте, сегодня готов или готова раздавать хорошие оценки,
за хорошие ответы. Поэтому давайте вот в этом позитивном ключе поработаем. Точно так же, если уже у вас, допустим, болит голова или совсем что-то плохо и ужасно. И в моей практике то же самое было. Ну, вот болит голова, ну, таблетка не помогает. Я говорю, что, уважаемые мои ученики, коллеги, голова болит, поэтому настроение повышается от того, как, насколько тихо и при этом четко вы отвечаете. Собственно говоря, как хорошо вы себя ведете. Вы знаете, тоже очень хорошо работает, тоже очень хорошо помогает, потому что они начинают понимать, что мы тоже живые люди, и, собственно говоря, вот от этого все дальше и идет. Условия для повышения мотивации. Задавайте планку, которая будет казаться высокой для учащихся, но вы будете уверены, что она реально достижима. То есть такие задания, которые именно будут в этом помогать, и хорошо оценивайте их, да, по результатам. Наладьте с обучающимися обратную связь. Покажите им, что задавать вопросы, переспрашивать по теме урока не преступление, а большое благо. Вплоть до того, что можно ставить хорошие оценки за интересные вопросы, но не те вопросы, которые, на которые могут ответить Google и Яндекс, а именно те вопросы, которые будут помогать, собственно говоря, раскрыть вам тему, объяснить что-то с немножко другой стороны, чтобы им было понятно. Людмила Андреевна пишет, хороший совет и, главное, хороший взаимоконтакт, особенно со старшими детьми. Да и с младшими, и со старшими действительно этот контакт будет крайне полезен. Взаимоуважение, да. И чем раньше мы его наладим, тем, собственно говоря, будет проще. Я когда-то говорил уже на вебинарах, что, будучи еще молодым специалистом, у меня было так, что после 10 класса мне нужно было вести урок в 3 классе. И не успеваешь переключиться, поскольку опыта, допустим, еще нет. И, собственно говоря, я им стал объяснять как десятиклассникам. Благо, что у них с обратной связью хорошо, у них на лицах все написано. Я их спросил, что понятно ли им, они сказали, что ничего не понятно. Я им сказал, дайте мне 30 секунд, я попробую переключиться и все-таки начать все заново. А вы бы видели, они прямо выдохнули. Светлана пишет, отличная мотивация исправлять ошибки, допущенные самим учителем. Абсолютно согласен, все мы люди, мы можем ошибаться, и если они находят такую ошибку, это надо поощрять, за это надо ставить 5. Если они ошиблись, и им показалось что-то ошибка у вас, это тоже не проблема, потому что вы смогли разобрать этот вопрос и объяснить, почему здесь нет ошибки. Но опять-таки, это обычный интерес всего класса очень сильно поднимает, и все начинают следить за вот этим общением. Соответственно, получают какие-то новые знания. Объедините обучающихся в сбалансированной группе, практикуйте обучение в сотрудничестве. Поделитесь с учащимся своим энтузиазмом. Знайте своих учащихся. Покажите, что у каждого есть сильные стороны. Давайте установку на успех. Развивайте познавательные интересы. Для чего это необходимо? Чтобы не допускать учебных перегрузок, переутомления, одновременно низкой плотности режима работы. То есть дозировка учебного материала с точки зрения количества и качества должны соответствовать возможностям и способностям учащихся. Стимулировать познавательный интерес многообразием приемов и занимательности. Использовать проблемно-поисковые методы обучения. Это все, собственно говоря, необходимо нам делать. Полезные приемы будут инсценировка диалогов, то есть при работе с лексическим и грамматическим материалом использовать игровые приемы с мячом или без мяча. Кстати, очень хорошо работает в начальной и даже там, до 5-6 класса. Мяч можно использовать при изучении различных тем, причем мяч, я не говорю о футбольном, это может быть буквально мягкий поролоновый мячик, который никогда никому никакого вреда не принесет. Значит, мяч можно использовать при изучении различных тем в разных по возрасту классах. Темп игры быстрый, позволяющий охватить достаточно объемный материал. Активно использовать в своей работе над различными учебными темами рифмовки, загадки, пословицы, песни. Тоже очень хорошо идет, всегда учащимся нравится. Чтобы поддержать интерес к изучению языка, использовать на уроке наглядность, таблицы, схемы, звукотехнические средства обучения и ИКТ. А вот так, например, в New Millennium English у нас есть упражнение, где они, собственно говоря, тема урока изучает различные названия джинс в зависимости от их модели, от их покроя. Что мы можем сделать?
Вот. Ирина пишет, как же быть, когда с 1 сентября дают группу с очень низким уровнем знаний? Все задания из учебника им сложны. Абсолютно верно, пишет Наталья Малышева. Адаптируйте материал. Если тот материал, который они проходят по учебнику, им сложен, значит придется давать такие материалы, допустим, из учебников более ранее, чтобы за энное количество времени наверстать упущенное и уже потом вернуться к тому, что есть в классе. Потому что бюрократия говорит, нужно проходить учебник. Но на самом деле, какой в этом смысл, если мы будем формально проходить то, что есть в учебнике, но это не будет не приносить никакой пользы, никакого результата. Я, скажем так, такую модель опробовал с ученицей на индивидуальном обучении. Когда мы за год в четвертом классе наверстали всю программу начальной школы, но мы начали практически с самого начала. И в пятом классе ученица пошла в другую школу уже, скажем так, и учебник там был достаточно сложный для пятого класса. Причем она пошла уже, соответственно, в класс снова. И учительница сказала, что, когда я учительница, родители рассказали, что было в прошлом году, и сказали, как мне родители передавали, что, скажешь, что предыдущий педагог совершил подвиг. Не знаю как, но ребенок абсолютно готов к тому, чтобы учиться в пятом классе по английскому языку в классе со всеми. Сколько было часов индивидуального обучения? Как у всех, 2 часа в неделю. Но опять-таки, когда у нас весь класс, допустим, такой слабый, соответственно, надо всему классу, а у нас один, какой кошмар, так быть не может. В начальной школе даются 2 часа на английский язык. Соответственно, даже если это индивидуальное обучение, да, то, классу. Но это вам надо обращаться, соответственно, в управление образованием, потому что по всем программам 2 часа в начальной школе, как отче наш, должно быть. А если мы говорим про Россию, да, поскольку у нас есть коллеги и Беларуси, и Казахстана, там расшифровки я, к сожалению, не знаю. Значит, можно вот таким образом проверять домашнее задание. Да? То есть нам нужно быстро узнать, запомнили они тех слова или не запомнили. Причем такое задание можно практически к любой теме всегда адаптировать. Stand up if you're a person who likes wearing stone-washed jeans. What does it look like? Knows the difference between baggy jeans and flared jeans. Wants to buy private jeans. Так, надобное обучение, 2-11 класс, 1 час в неделю. Но это, конечно, кошмар. И вот Ирина пишет, у нас тоже 1 час началки изучения со 2 класса. Тоже ужасно. Это когда надобное обучение. Нет, на самом деле должно быть 2 часа, когда речь идет про надомников и, собственно говоря, вот нехватки вот этих часов. Самое простое это... надомного никогда не было. Ну, опять-таки, тут родители уже должны, что называется, бить в набат, потому что по всем программам у нас и учебники для начальной школы рассчитаны на 2 часа. Поэтому родители должны идти и, собственно говоря, добиваться того, чтобы было 2 часа в неделю. 1 час – это, конечно, категорически мало. Можно поиграть в игру «Зашифрованное слово». Да, когда ученик получает зашифрованный список слов, где число обозначает порядковый номер буквы алфавита, задача расшифровать слова быстро и правильно. Да, в данном случае вот слова у нас зашифрованы к вот этому упражнению. 1 час дают на самостоятельное изучение для надомников. Ну, с надомниками проще. Опять-таки, надо говорить родителю, что вообще-то положено 2 часа, поскольку у них разница только в том, что они все это изучают в индивидуальном порядке. Соответственно, родители уже пишут, и, поверьте, очень быстро возникнет 2 часа в неделю, и вы к этому формально не будете иметь никакого отношения. Это, опять-таки, проблема вот бюджета в школу, что каждая школа сейчас бюджетирует все самостоятельно. Творческие задания тоже очень нам помогут с пассивными учащимися и вообще и с гиперактивными учащимися, когда нам, допустим, нужно прочитать и сделать вот такую инструкцию, по инструкции открытку в редакторе для 2 класса. Развлекательная форма, как, например, happyenglish.ru, когда мы все время сталкиваемся с заданиями, которые связаны с какой-то историей, с каким-то развитием событий,
Как, например, здесь. Да, агент Q получил от босса задание сообщить информацию о мистере D. Факс вышел нечетким, из середины задания смазалось. Установите задание, используя this, there, other is a и так далее. Да, вроде все то же самое, что нам обычно нужно, но в интересной форме, соответственно, у учащихся появляется больше мотивации. Эстетика оформления увлекательная форма, например, в метапредметном портфеле, когда мы пишем не письмо другу, а электронное письмо, причем которое еще и оформлено как электронное письмо. Такое, конечно же, учащимся нравится. Тематика содержания, когда это все интересно. Вот в данном случае речь идет о 10-11 классе. А, нет, о 9 классе, прошу прощения. Робин Маквизерс Дайри. И рассказывается о феномене Мюльхоппера, да, откуда пошло вот такое выражение. Актуальность темы, например, в happyenglish.ru, когда мы говорим о университетах, о поступлении в них, о том, какие вообще университеты у нас есть, для них это уже становится крайне актуальными вопросами. Предлагайте подготовить проекты. Например, селфи-проект, да, то есть как сделать селфи безопасно, любимые места для селфи, когда они, допустим, в своем районе фотографируются на фоне каких-то их любимых мест и рассказывают, почему это место, чем же оно так примечательно. Достопримечательность на селфи, собственно, почему они решили такого замечательного себя запечатлеть с этой достопримечательностью, рассказать немножко о ней. Дополнительная информация, например, когда им нужно подготовить проект о том, что происходит в городе. Например, когда происходят новые раскопки. Например, сейчас проходят раскопки на территории Московского Кремля. Мало кто об этом не знает и не знает, что, собственно говоря, нашли или ищут. Самые удивительные клады, найденные при раскопках за последние 10 лет. История фотографии, моды определенного времени и так далее. Да, вот, например, можно показать фотографию Кремля, на которой, собственно говоря, Кремль сложно узнать, потому что есть те здания, которые были уничтожены. Или, например, история фотографии, когда вот эта фотография сделана в интересной технике, которую, собственно говоря, тоже можно об этом поговорить. Вообще, что же так сподвигло сделать такую фотографию, где же они нашли такого огромного кота, вот, который еще так красиво готов был посидеть. Про гиперактивность. Какие признаки вообще дают нам понять, что это гиперактивно учащийся? Двигательная расторможенность. Постоянно ерзает, проявляет признаки беспокойства, барабанит пальцами, двигается в кресле, теребит пальцами волосы, одежду и так далее. Часто совершает резкие движения, очень говорлив, обладает слишком быстрой речью. Ну, я, допустим, сейчас быстро говорю, потому что материала еще где-то треть осталось. А по времени хочется, чтобы все-таки в какие-то разумные сроки мы уложились. То есть тут тоже нужно распределять, какие цели и задачи. Импульсивность, повышенная нервная возбудимость, то есть начинает отвечать, не дослушав вопрос, не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. Не может дождаться вознаграждения, если между действием и вознаграждением есть пауза. При выполнении задания ведет себя по-разному и показывает очень разные результаты. На некоторых занятиях ребенок спокоен, на других нет. На одних уроках он успешен, на других нет. Важно. Вот это очень обязательно нужно, об этом никогда не стоит забывать. Диагноз гиперактивности или синдром гиперактивности дефицита внимания СДВГ может поставить только врач-невропатолог. На основе специальной диагностики, только после заключения других специалистов. Поэтому мы их будем называть непоседами. Вообще, вот возьмите такой педагогический термин, на который никогда не обижаются родители, никогда ни в чем вас нельзя уличить. Всем понятно, в литературе хорошо описано, кто такие непоседы. Проявление гиперактивности можно перепутать просто с активностью, с темпераментностью, холерикой. Еще раз вот хочу вам напомнить. Поэтому называйте непоседами, и это будет намного лучше. И, собственно говоря, родители никогда... ну, скажем так, большая часть родителей не обидится, не найдет в вас врага, если вы скажете, что ну, вот ваш ребенок не поседа. Это просто констатация факта и без каких-либо установок на диагноз. Важно поддерживать эмоционально нейтральную атмосферу.
Реагирует на действия ребенка. Хвалить, поощрять, останавливать. Надо по возможности сразу. Помните, если учащийся не выполняет ваших просьб и команд, возможно, он просто не включился в данный момент в работу. Да? То есть у них бывают такие периоды, когда они, скажем так, смотрят на ворону и ловят мух. Лучше сажать таких учащихся напротив доски для того, чтобы они всегда могли видеть, что происходит, а не пытаться их отсадить назад, где они 100% будут все время отвлечены. Опять-таки используйте в работе песни. Песни вообще очень универсальная вещь, поэтому всегда полезно использовать. Например, Simon's Song очень интересная в мире для третьего класса. Или Family Rap в happyenglish.ru для третьего класса. И вообще любые другие песни. Рекомендации опытных педагогов. Повышение учебной мотивации очень важно, то есть применение системы поощрения, использование нетрадиционных форм работы, например, возможность выбора домашнего задания. Тоже очень интересная практика, тогда вам не требуется проверять одинаковые домашние задания, когда вы можете, допустим, сверить несколько разных домашних заданий. Обучение учащимися более младших школьников, повышение самооценки учащихся, например, задание «Я звезда» можно почитать в интернете, тоже такая интересная есть методика. Организация учебного процесса с учетом психофизиологических особенностей учащихся. Смена видов деятельности в зависимости от степени утомляемости ученика. Вообще смотрите всегда на погоду в классе. Когда, допустим, это и с погодой за окном, связанной с фазами Луны, ну все как у всех у нас обычных людей. Если видите, что учащиеся пришли, ну совершенно никакие, спросите их, возможно, у них была перед этим очень сложная контрольная или изнурительный урок физкультуры. Соответственно, у вас должен быть план Б, по которому вы не будете их дальше перегружать, потому что, конечно же, они тоже люди и очень быстро встанут в оппозицию. Не ученики чувствуют, когда к ним относятся именно с этой стороны, потому что всегда можно дать какой-то чуть более облегченный вариант, но хотя бы пройдет у них и будет ими воспринят, а не будет вот этого состояния, когда, господи, когда же мы уже отмучаемся, когда это все закончится. Реализация двигательной потребности ученика, выполнение поручений учителя, требующих двигательной активности, раздать тетрадки, стереть доски и так далее. То есть не стоит пугаться того, что у вас ученики будут работать в движении на уроке. Если им требуется это, то давайте такие возможности. Снижение требований к аккуратности на первых этапах обучения. Да, когда мы от них не требуем чего-то сверхъестественного, нам главное результат. Выполнение упражнений на релаксацию, снятие мышечных зажимов. То есть тоже можно это запланировать, благо наш предмет позволяет работать в таком ключе. Еще рекомендация. Инструкции учителя должны быть четкими и немногословными, для того, чтобы они были понятными. Вообще вы можете заметить это, когда приходите на какие-то лекции, семинары. Чем более умными словами начинает говорить лектор, и употреблять их к месту и без, или, допустим, слишком сильно распыляться о достаточно простых вещах, тем более непонятно нам становится, и вообще возникают сомнения в, скажем так, в знаниях этого лектора по данному вопросу. И, собственно говоря, мы начинаем отключаться, мы начинаем там уходить в телефон, еще куда-то, потому что информация не воспринимается. Точно так же и с учащимся. Все должно быть максимально понятно, просто. И если мы используем какие-то термины, то они должны быть максимально к месту. И быть должны объяснены простыми словами. Применение мультисенсорных техник обучения. Проверка знаний в начале урока. Избегание категоричных запретов. Повышение уровня внимательности. Снижение импульсивности. Например, вызов к доске того, кто поднял руку последним. Задание «Тихий ответ». Да, то есть, когда нужно обязательно ответить тихо. Снижение деструктивной двигательной активности, то есть обучением навыкам самоконтроля. Очень хорошо помогут нам проекты, да, такие творческие задания, которые есть в учебниках МИЛИ, которые включают в себя и мультисенсорный подход, собственно говоря, когда нам нужно выполнить простые инструкции и при этом получить результат, с которым мы дальше должны поработать, да, в данном случае разыграть диалог. В таком случае, конечно же, гиперактивные учащиеся будут хорошо вовлечены в работу, точно так же и пассивно, у них будет возможность не засыпать во время урока.
И самое главное, что по итогам они будут видеть, ради чего это все это делалось, и, собственно говоря, могут получить хорошую оценку. Это по и мотивации, и всему остальному поможет. Интересные задания, да, например, когда нам нужно ответить, казалось бы, на самые простые вопросы, да, которые здесь есть: When can you see the moon, the stars и так далее. Или когда они вроде с одной стороны видят поэму, но она достаточно короткая. Собственно говоря, по этой поэме нужно выполнить задание, которое вот у нас здесь предложено на картинке. То есть им не нужно, допустим, заучивать достаточно длинный стих. Особенности восприятия информации. Умство и деятельность неусидчивых учащихся характеризуются цикличностью. Продуктивная работа идет 5-15 минут. А затем идет отдых от умственной деятельности 3-7 минут. И затем вторая фаза проявляется чрезмерной активностью, обидчивостью. Дайте в таком случае взять паузу. Кстати говоря, у взрослых людей, я поскольку очень много, как вы знаете, выступаю в формате семинаров, замечал, что 20-30 минут лекции идут очень хорошо, и все в основном слушают. Затем нужно какую-то сделать паузу, дать информацию, которая менее важна, или максимально уйти в сторону практики. Потом опять можно снова, собственно говоря, грузить основным материалом. То есть и даже у взрослых людей все это присутствует, просто в чуть меньшем периоде. Так, мы так постепенно сейчас заканчиваем уже с гиперактивными учащимися, с пассивными учащимися. Еще поговорим о профориентации, и потом, собственно говоря, будем уже завершать нашу с вами встречу. Вот нашел я такое интересное открытое письмо гиперактивных детей к учителям. Очень интересно, очень такое позитивное. Дорогие учителя, чтобы вам было легче с нами жить, а мы вас любили, не загружайте нас скучной и нудной работой. Больше жизни, больше динамики, мы все можем. Не вздумайте давать нам длинных инструкций. На 15-м слове нас больше интересует, какого цвета носки у соседа, чем ваша поучительная речь. Говорите конкретно по делу, не более 10 слов. Не требуйте от нас, чтобы мы были одновременно внимательными, аккуратными и усидчивыми. Это выше наших сил. А вообще запомните, похвала и порицание действуют на нас сильнее, чем на других. Да, то есть вот очень такое краткое, лаконичное, дает понять, что же с ними нужно делать. Ну что же, давайте поговорим немножко о профориентационной работе, а потом перейдем уже к выводам. Это очень важный момент, потому что сейчас происходит то, что учащиеся после 11 класса не знают, кем бы они хотели стать, на кого бы они хотели учиться, где им учиться, как лучше поступить, куда стоит поступить. Эта проблема просто, она как снежный ком, с каждым годом становится все хуже, хуже и хуже. Плюс, опять-таки, очень часто идет неправильный подход, когда учащиеся идут от того, какие предметы будут изучаться в ВУЗе. Допустим, если там есть математика, все кошмар, я не могу идти на эту профессию и не могу этим заниматься, у меня ничего не получится. Собственно говоря, это совершенно не так. И можно было бы совершенно спокойно идти, допустим, на ИНЯЗе у нас есть высшая математика, но у меня она проходила в формате больше информатики, это был такой больше, скажем так, формальный момент. Да, то есть они должны все это знать. Потом, опять-таки, мы их должны подготовить к тому, чтобы они были успешными на рынке труда, чтобы они знали, как проходить собеседование, как правильно написать резюме. Никто нигде этому не учит, и это ужасно, это просто кошмар. Соответственно, вот это все должно входить в профориентационную работу, и это также относится к нашему с вами предмету. Соответственно, мы должны направить учащихся на осознанный выбор профессии, для того, чтобы потом они не кусали локти, и как каждый третий не говорили, что если вернуть все назад, я никогда бы не пошел, допустим, учиться на учителя английского языка или что-нибудь еще в этом духе. Начать формировать учащихся как успешных на рынке труда. Показать им, как искать свое место на рынке труда. Да, у меня, например, вот такой случай был, когда одна моя бывшая ученица, с которой мы, собственно говоря, общались, да, это уже я их выпустил в 9 классе, они ушли в другую школу, я ушел в другую школу, и по итогам в 11 классе ученица, у которой совершенно замечательно, просто феноменально развита
логическое мышление, при этом она интроверт, достаточно глубокий, говорит: кошмар, я по баллам не прохожу на бухгалтера. Говорю: зачем тебе быть бухгалтером? Они его получают достаточно мало, конкуренция огромная. И говорю: вообще говоря, эта работа достаточно неинтересная. Не хочу быть бухгалтером. Ей повезло, она по баллам прошла на логиста. Я говорю: слушай, ну это же твое, это современная профессия, за которую очень хорошо платят, и поверь, мотивация твоя, когда ты увидишь зарплату с энным количеством нолей, очень сильно возрастет. Вот сейчас все хорошо, уже заканчивает вуз и понимает, что да, действительно это было верное решение. Но так везет не всем, к сожалению. В этом очень хорошо нам поможет курс делового английского. Там есть, там очень много освещается этих вопросов, и поэтому можно брать оттуда. Можно, в принципе, как мы же еще и как классные руководители, допустим, договариваться, показывать учащимся те или иные профессии, да, показывать им, что, собственно говоря, происходит, как кто, где и чем занимается. То есть договориться с родителями, чтобы они вот такие экскурсии проводили. Это все будет просто бесконечно полезно и даст подчас намного больше, чем несколько уроков, которые у них должны были бы пройти по расписанию. Задание, например, такое: listen to a professional presenter Robert Jackson giving advice on how to prepare for a presentation and complete the notes made by one of the listeners. Тоже очень важный момент, как презентовать материал, как презентовать себя. И вот здесь эти вопросы, собственно говоря, и разбираются в целом параграфе. Как проводятся, допустим, брифинги, дискуссии по рабочим вопросам? Вот, пожалуйста, тоже упражнение, которое этот вопрос освещает. Да, ну так, на базе аудирования у нас пошли примеры, когда нам нужно понять, кто, собственно говоря, из спикеров на какой картинке изображен. Да, они опять-таки рассказывают о том, как они работают, собственно говоря, как у них все это происходит. Итак, мы плавно подошли к итогам. Какие можно сделать выводы? На сегодняшний день мы сталкиваемся с большим количеством новых актуальных тенденций в образовании, которые относятся к нашей работе и как учителя, и как классного руководителя. Опять-таки это все переплетается еще и вместе, потому что у нас такой замечательный предмет, на котором можно говорить обо всем. Очень важно не абстрагироваться от возникающих проблем во время работы и стараться найти оптимальное решение, возможно, неординарное решение, которое будет немножко выходить за рамки того, что обычно нам предлагается. Я надеюсь, что у вас есть что добавить к выводу. Я также надеюсь, что сегодняшняя встреча прошла для вас не зря, что было интересно, и что вы не жалеете о том, что потратили некоторое время, получается, где-то час, может, час 10 из своего отпуска, на то, чтобы сегодня встретиться здесь, на этом вебинаре. Напоминаю вам, прежде чем дам код для скачивания сертификатов, что всех мы приглашаем на наш форум на englishteachers.ru, приглашаем в интернет-магазин и в социальные сети, где, собственно говоря, мы общаемся, мы есть и в Инстаграм, и в Фейсбук, и ВКонтакте. Буду очень рад там вас увидеть, допустим, увидеть какие-то отзывы о сегодняшней нашей встрече. Также отзывы буду, вижу здесь у вас в чате. Они очень хорошо мотивируют на дальнейшую работу, не буду этого скрывать. А также хочу обратить ваше внимание на новые электронные книги, которые у нас выходят в серии Tutor Classics, Tutor Junior Classics и Tutor Action. Они практически сейчас каждую неделю мы пополняем этот литературный список. Читайте и слушайте с удовольствием, очень интересно, все в удобной форме предложено, по очень демократичным ценам, поэтому обратите на них обязательно внимание. Так. Как получить сертификат? Сейчас на слайде. Вам огромное спасибо за то, что дослушали до конца. Я надеюсь, что если было в какой-то момент тяжело, то налили себе чашечку кофе, а не, скажем так, выключили звук. Спасибо большое за такие приятные отзывы. Прочитал. Также хочу вам напомнить, что в августе у нас запланировано большое количество вебинаров. Выбирайте те, которые вам интересны. Обязательно регистрируйтесь, участвуйте.
Я со своей стороны подготовил такие темы, которые будут крайне актуальны в сентябре, да, вот в самые первые моменты. Поверьте мне, темы интересны, следите, буквально сегодня-завтра мы их уже опубликуем. Код для скачивания сертификата вот, пожалуйста, у вас в чате. Спасибо большое за такие приятные отзывы, за то, что вы это время были с нами. Спасибо большое, всего доброго и до новых встреч.